Приходит женщина в автосалон и говорит: мне, пожалуйста, пятерочку BMW. Продавец говорит: хорошо, будете кредит оформлять? Она: нет, что вы, у меня все с собой. Ничего себе, стесняюсь спросить, а кем вы работаете? Я работаю учителем русского языка и литературы. Ничего себе, первый раз вижу, что учителя получают такую зарплату. Да-да, как видите. И не жалуются, что у них денег не хватает. Ну, как видите, пришла к вам машину купить. Не подскажете, а долг вы собирали на это все? Да, понимаете, все решилось одним сочинением. Просто Вовочка подробно написал, как он отдыхал летом. Поэтому я его папе показала, а маме нет. Поэтому Вовочка получит пятерочку, и я красную, пожалуйста, мне.